И про фондовый рынок могу рассказать. Про рынок акций. Потом. Да? Нет, я пригласил. Очень рада, что мы участвовали в этом таком замечательном проекте. Как вообще вам технология SkyWay? Вы о ней уже слышали? Я люблю все нестандартно, я люблю все прорывное. Я считаю, что эта технология, в принципе, прорывная. Я вот уже как-нибудь говорила о том, что я впервые задумалась о нестандартных видах транспорта, когда смотрела передачу про тундру. То есть там дороги не могут быть построены. Территория России, она абсолютно разная. И когда вот я рассматривала нетрадиционные территории, там я уже видела некоторые зародыши этой как бы идеи. Что касается SkyWay в городской среде, конечно, для меня это первый ракурс был такой несколько неожиданный, но я считаю, что сочетание грузоперевозок, транспортных перевозок, нестандартные маршруты, комбинация разных вместимостей, вот это, скажем так, класса А, Б, С, то есть, понимаете, нужно рассматривать вопрос не просто так, эффективен этот вид транспорта или нет, а в какой комбинации, в какой модульной комбинации, в какой временной комбинации, в какой пространственной комбинации он будет максимально эффективным. Какие-то идеи сегодня прозвучали уже. Да, замечательно. Вы очень хорошо сказали, что здесь у нас не игра, что мы не играем. И как вы считаете, SkyWay это все-таки не игра? Это... Вы знаете, я ведь не, я хоть и дважды доктор наук, но я же практик, я была обучена 10 лет зам генерального директора по экономике строительной компании, поэтому я это все очень чувствую. И практика, я даже статус студентов тоже когда преподаю, практика меня научила не только разрабатывать проекты бизнес-плана какой-то идеи, но и формировать проект и бизнес-план под запросы инвестора. Поэтому я опять вернусь к первой части своего ответа. Этот проект можно сделать эффективным. Можно сделать эффективную систему управления. Скорее всего, мне сегодня, если вот ваш следующий вопрос будет, что мне не хватило умного управления. То есть, когда бы скорость, как на конвейере, контролировалась в зависимости от грузопотока, от людопотока, вместимость, там, я не знаю, какая-то этажность, контейнерные перевозки разных форматов. То есть, вы понимаете, это должны быть трансформеры какие-то. Вот такие, то есть мне не хватило опыта, как говорят, умный дом, да, вот мне вот этого сегодня у студентов немножечко не хватило. Я, насколько поняла, сегодня вы первый раз познакомились с этой технологией, вот так вот глобально, так скажем, настолько, насколько это сегодня возможно было глобально, да, и на самом деле вот все, про что вы сказали, у нас это есть, вот все разработки, немножко просто побольше информации. Мы готовы вам предоставить побольше информации о нашем проекте, потому что проекту уже почти 40 лет. Ну, я прошу прощения, я вот уже с Аркадием Леонидовичем как раз говорила, я предложила построить SkyWay от станции Ботаническая до Екатеринбурга Экспо, когда у нас первый разговор был. Поэтому... Если это в аэропорт пойдет, да. А мы так и говорили, да. Ну там надо будет не прямой перпендикулярный путь просматривать, конечно, а несколько сложно, чтобы затронуть вот эти все логистические центры и так далее. Да, опять-таки, я говорю, да, как конструктор, как лего собрать дело вот эти вещи. Переломить мнение. На самом деле самое главное, что мы уже этим занимаемся, и с вашей поддержкой, и с поддержкой, и вам это понравилось, это здорово. Я думаю, что все вместе мы сделаем это, пробьем это. Спасибо. Благодарим. Благодарим. Спасибо большое.